На сегодняшний день в Павлодарской области завершены весенние полевые работы. Это важный момент для сельского хозяйства, и успешное их выполнение способствует устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности региона. Посевная площадь этого года в сравнении с прошлым годом увеличена на 72,9 тысячи гектаров. Увеличение произошло за счет расширения посевов зерновых, кормовых и картофеля. Для проведения весенне-полевых работ аграриям выдано 4,8 миллиарда тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация». Для Павлодарской области по программе «Киндала» порядка 3 миллиардов тенге было выделено. На сегодняшний день 100% освоено, выдано 115 кредитов. По программе «Агробизнес» 50 кредитов на 1 миллиард 980 миллионов тенге. Также через акционерное общество «Казагрофинанс» выделено 13,8 миллиардов тенге на приобретение 372 единиц техники и освоено 100%. Также для проведения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям было выделено 23,8 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Цена составила у нас 228 тысяч тенге за тонну или 191 тенге за литр дизельного топлива, что дешевле рыночной стоимости на 104 тенге. То есть у нас по республике один из самых низких цен на ГСМ. Развитие и современное оборудование в сельском хозяйстве требуют значительных инвестиций, которые не всегда могут быть покрыты собственными средствами фермеров. На помощь приходят кредитные корпорации. Аграрная кредитная корпорация – одна из крупнейших финансовых организаций страны. Мы разделяем условно по три направления, три программы. Это первая программа – это агробизнес. Данная программа универсальная на финансирование различных направлений АПК. Ставка вознаграждения по данной программе составляет 22%, из которых 16% субсидируется. Конечная ставка для конечных заемщиков не более 6%. Срок кредитования до 10 лет, из средств национального фонда и республиканского бюджета до 12 лет. Помимо прочего, существуют в аграрной кредитной корпорации и другие программы кредитования, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте корпорации. Валентина Леонова, Медет Карим, Ертыс Акпарат.